Здравствуйте, друзья. Вот прошли выходные. Скоро закончится месяц сентябрь. А у нас на следующей, на этой неделе, сегодня же понедельник, на этой неделе, где-нибудь в четверг, а может быть в пятницу, неизвестно еще, у нас будет на канале интервью с человеком достаточно известным. И живет он в Москве, зовут его Леонид Гозман. И Леонид является президентом общественного движения «Союз правых сил». И мы с ним так перекинулись минут 15 в скайпе, но я так пошел почитать, поизучать. Это человек, который как очень близко знал Немцова, очень близко знает там Хакамаду, Кириенко. То есть вот как-то это, как бы так сказать, партийцы, можно сказать. А так я представляю себе, сколько всякого народа он знает, находясь так много лет в российской политике. И я еще посмотрел несколько, знаете, там на Ютубе. Пошел посмотреть, ну, что он говорит, где выступает и так далее. И он, конечно, принят в такие серьезные программы, как бы, такие рейтинговые. Это все очень тяжело смотреть на самом деле, потому что я давно не смотрел ничего такого политического, а его как бы приглашают для избиений туда. Вот. И так его коллективно избивают. Нужен кто-то такой, чтобы пятая колонна, да еще там со Шнобелем, и еще еврей. Вот. И вот как-то он очень идеально подходит на эту, так сказать, роль, но... Ну, это как бы мои измышления. Но он так как-то вот держится. И когда я говорю, в чем смысл вот этого, ты же не пытаешься их переубедить. Он говорит, нет, конечно, но те люди, которые, вот те 14%, вот им важно показать, что не надо никого бояться, что можно. Вот я вот, я не боюсь. Вот я выхожу, говорю, что думаю, и не боюсь. Вот, и это на самом деле, он говорит, вызывает большую поддержку. И вот как бы на улице к нему люди подходят и так далее, и говорят, молодец, там, значит, не боись и дальше. В общем, к чему я рассказываю? Что Леонид, он сейчас за границей, в смысле, за пределами Российской Федерации, но в четверг возвращается, там будет буквально пару дней, потом он какие-то у него другие планы, он куда-то движется, поэтому мы договорились вот где-то в четверг-пятницу потрепаться, для вас, друзья, интервью провести. Так, потрепаться, это я так, может быть, зря говорю. У меня есть какие-то свои вопросы. Плюс я понимаю, что какие-то вещи, может быть, и неудобно спрашивать. Хотя, наверное, человек в курсе. Но спрашивайте вы, да, значит, в комментариях под этим видео. Давайте свои вопросы. У нас не будет дискуссий там каких-то таких политизированных. У нас не такой канал, где мы политизированно дискутируем. Значит, мы просто так спокойненько побеседуем на какие-то темы. Вот, так что это интервью не будет как бы тем местом, где там зрители начнут драться, ругаться, плеваться и так далее. Это совершенно другая задумка. Так, просто поболтать. У меня тоже вопросы накопились, и, собственно, основным задавателем вопросов буду я. Вот, так что, если у вас в голове есть что-нибудь такое на эту тему, спрашивайте. Вот, а дальше уже то, что Леонид сможет, значит, он, я надеюсь, расскажет. Он легкий такой в общении, очень такой доступный человек, с ним легко общаться, поэтому я надеюсь, у нас получится хорошая передача для вас. Вот, наверное, и все. Счастливо!